Всем привет! И мы в Питере. Вы скажете, почему именно Санкт-Петербург? Мы ведь здесь были уже пару лет назад. Питер нам так понравился, и мы решили вернуться сюда снова. И да, самое главное, зачем мы здесь? У меня завтра день рождения, и мне исполняется 33 года. И мы начинаем! Сейчас пойдем позавтракаем. Мы пришли в кафе «Астер». Открываются кафе и рестораны в Питере с 9, но чаще всего с 10 утра. Кафе «Астер» открылось 2 часа назад, и уже большая очередь на улице. Внутри все столики заняты. Чтобы вы понимали, время сейчас 11:30. Если честно, я был в шоке, что на завтрак стоит довольно большая очередь на улице. Ждать пришлось нам 20 минут. Кафе находится по улице Маяковского, 23/6, от Невского проспекта, буквально в 7 минутах пешком, а от нашего отеля в 20 минутах пешей доступности. Все, мы присели, кофе, какао принесли. Андрей испытал легкий шок при виде очереди, что, в принципе, для него неприемлемо. Заказали яйцо бенедикт с лососем на ржаном кофейном хлебе, Андрей кашу с клубникой на каком-то молоке, не помню. Кафе нам понравилось, и мы обязательно вам рекомендуем его посетить. А далее мы отправляемся на Невский проспект в сторону Спаса на Крови. Недалеко от кафе расположен храм Лурдской Божьей Матери. Это католический храм в Санкт-Петербурге, построен в 1909 году. Сейчас мы идем по Невскому проспекту в сторону храма Спаса на Крови.
Архитектура здесь просто завораживает. Магазин купцов Елисеевых. Обязательно посетите это место. Это памятник блокадному коту. Дело в том, что в осажденном городе очень быстро погибли все домашние кошки и собаки. Их просто нечем было кормить. Но расплодились крысы. Они приносили болезни, уничтожали и так не очень большие запасы продовольствия. И даже нападали на истощенных людей. Поэтому почти сразу после того, как была прорвана блокада, из Ярославля прибыло 4 вагона с кошками, которые приняли деятельное участие в освобождении города от грызунов. Именно этим ярославским кошкам и еще нескольким более поздним составом привезли кошек из Сибири. И поставлен в январе 2000 года этот небольшой памятник. На желание кидают монетку. Сейчас мы зашли в магазин Елисеева.
Спас на Крови. Обязательно посетите данный храм. Стоимость входа с человека стоит 450 рублей. Опять огромная очередь в кафе. Это, я так уже полагаю, норма для Питера. Кафе называется «Пышки». Зашли в кафе купить холодного лимонада и немного перекусить. Интерьер кафе необычный и креативный.